начинаем прямой репортаж о матче, который обещает быть весьма занимательным. Я, Василий Уткин, представляю вам своего коллегу по репортажу Василия Соловьева. Здравствуйте, друзья! Я даже немного волнуюсь перед началом сегодняшнего матча. Уж больно он обещает быть интересным. Я думаю, что для футболистов сейчас каждая игра – это кураж, каждая игра – это представление. Уверен, болельщики не пожалеют, что стали участниками такого карнавала. Да, пошел дождь. Как это повлияет на настрой и игру хозяев? Почему-то за них я волнуюсь больше. А я больше волнуюсь за болельщиков, потому что, в отличие от игроков, после матча они не пойдут в душ. Закончен этот матч. Красивый матч, в котором игра шла, что называется, от ножа. Ну все, вот долгожданная победа. Неважно, каким образом она досталась, это была очень напряженная и очень агрессивная встреча. До свидания, спасибо, следите за нашими эфирами, играйте в футбол.